Удивительная эта команда, московская «Динамо» образца 91 года. От ее игры и от ее результатов болельщиков «Динамо» бросает то в жар, то в холод. Ну скажите, какая еще команда имеет таких великолепных нападающих? Но добавлю, очень молодых нападающих. Это здесь лучший снайпер первенства Игорь Колыванов. Это в московском «Динамо» по три мяча за один матч забивали Колыванов, Симутенков. А теперь еще один рекорд. Четыре мяча на счету черного футболиста Виктора Леоненко. Четыре мяча вот в этой игре он забил. И в то же время московская «Динамо» может проиграть 0-3 или 1-4. В команде сейчас много молодежи, и поэтому пока нет стабильности. В матче с «Локомотивом» не играл больной Колыванов. Но вернулись в строй ключевые игроки Царев и Тетрадзе. И фейерверк голов засверкал на стадионе «Динамо». Сегодня прекрасно играли все «Динамовцы». Но хочу отметить особо некоторых. На мой взгляд, настоящим лидером становится Андрей Кобелев. Мужает Сергей Кирьяков. Ну и голы забивались один краше другого. Посмотрите. Свой первый мяч высшей лиги новобранец «Динамо» Виктор Леоненко забил на 6-й минуте, а последний на 90-й минуте. Он забил еще два мяча и два гола на счету Кобелева и Кирьякова. Вы видели. Пока вот счет 5-0. Отличился и футболист «Локомотива». В последних матчах он часто забивает. Георгий Кондратьев. «Локомотив» играл не пассивно, старался перехватить инициативу, но сегодня «Динамовцы» были в ударе. Вот мяч, забитый Кондратьевым. И на последней минуте самый красивый, наверное, самый хороший мяч после длинной комбинации забивает Леоненко. Хорошо ему ассистирует тут Кобелев. 6-1, великолепная победа московского «Динамо». Виктор Леоненко, новобранец московского «Динамо». Витя, сколько вы в московском «Динамо»? Месяц? Больше? С 23 мая. А до этого Виктор играл в команде первой лиги, команде «Геолог Тюмень». Да. Сколько вы там лет играли? 3 года. Ну, было у вас, чтобы вы забивали по 3, по 4 мяча? Нет, только по 2. А вообще сколько вы мячей там забили в «Геологе»? 26. 26? Ну что ж, немало. Как вы себя чувствуете в московском «Динамо»? Ну, встретили меня здесь хорошо. Со всеми вроде отношения нормальные. В общем, в порядке все. Вы попали в команду, где целое созвездие, что ли, снайперов. Ну и Колыванов, лучший снайпер чемпионата. И Кирьяков, и Симутенков, забивший 3 мяча. И вы здесь на их фоне не теряетесь. В чем дело? Ну, не знаю. Тренировки, наверное, скорее всего. Какой вы самый... Какой сегодня самый красивый гол, на ваш взгляд? Из 4? Да не знаю, честно говоря. Мне кажется, 4-й. А мне кажется, 4-й. Какой разыгран был прекрасно. Да, ну это Андрюш Кобелев, спасибо. Дал здорово просто. Там нельзя было не забить. Витя, большое спасибо за игру, за 4 мяча. Посмотрите, как радуются поклонники московского «Динамо». Так держать, я вам желаю попасть в сборную команду Советского Союза. Будем стараться. Еще раз победой. Да, спасибо. До свидания.